Шевроле. Авиа, заберете? Скорость и звук сирены, цена промедления кареты скорой помощи и человеческая жизнь. Это применимо не только к медикам. Оперативно прибыть на место происшествия важно и сотрудникам МЧС, и газовой службе. Однако не все автолюбители торопятся уступить им дорогу. Для таких предусмотрен штраф. Ответственность в виде наложения штрафа в размере 500 рублей или лишения управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев. Подобный штраф накладывается на автолюбителей, явно не уступившим дорогу спецтранспорту. Чаще всего скорым и пожарным машинам приходится дополнительно сигналить. Так было и сегодня. Всего за час работы инспекторов два нарушения. Причем в обоих случаях за рулем женщины. Были ли подобные уже нарушения у вас? Нет. Первый раз такое? Да, в машине музыку громко слышали? Да, музыка была. Чаще всего автолюбители утверждают, что просто не слышат звуки сирен. Обеим нарушительницам сегодня пришлось заплатить штраф. Свою вину они признают. За все время сегодняшнего рейда дорогу карете скорой помощи не уступило всего два автолюбителя. По словам сотрудников ГИБДД, статистика подобных нарушений улучшается с каждым годом, ведь подобные рейды проводятся ежемесячно. Сергей Хайдаров, Алексей Алексеев, ТНВ «Казань».